наша 16-я. Вот где наши дома живем. Вот наш дом. Можешь показать, здесь не машина белый. Здесь мы живем. Ну вот наш дом стоит в среднем от 80 до 140, 130 в этом районе. Дома разные. Вот этот 130 дома, как бы кирпичный. Вот эти дома могут быть до 100 тысяч в нашем районе. Вот этот кирпичный тоже может 120 затянуть. Есть хорошие дома, интересные. Сейчас мы покажем дальше по дороге. Здесь красивый дом, буквально пару 50 метров. Вот справа сейчас будет домик. Вот этот один. Он чисто кирпичный, хороший австрийского плана, такой домик с беседочкой. Вот. А это второго плана, он такой, как бы, такой южный построенном стиле. Но я думаю, они по 130, по 140 заходят. И вот такой каменный можно купить. Он за 160, наверное, поставит, а может и выше. А дальше вот все, сайдинг, стандартные дома, такого плана. Наш район. Включаю.